В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем наш выпуск. Ввели код на снижение заболеваемости. Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Чиновники и медики подвели итоги ноябрьского мини-локдауна и оценили действия QR-кодов. Оценили положительно, поэтому отменять их в ближайшее время не собираются. По мнению правительства, благодаря QR-кодам в Кировской области сразу увеличился темп вакцинации. Власти поняли, что кировчан можно мотивировать на прививку доступом в кинотеатры, кафе, бары и на фитнес. Также подействовало введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Сейчас Кировская область занимает 6-е место среди субъектов России по темпу вакцинации. Медики посчитали, что за длинные ноябрьские выходные в регионе снизилась заболеваемость. На сегодняшний день число больных коронавирусом немногим больше 15 тысяч. Поэтому тактику власти решили пока не менять. QR-коды остаются, обязательная вакцинация тоже, рейды по маскам и нарушителям режима изоляции продолжатся.